Вот оно логово. Я нашел их. Там даже лошадь имеется. Костяная лошадь? Лошадь-нежить? Серьезно? Офигеть. Лошадь-нежить. Чума. Интересно, я смогу ее оседлать и забрать себе? Так, вижу одного. Давай встать из его. Готов. Пожалуйста, по одному сюда заезжайте. Я, в принципе, не против. Блин, да заткнись ты. Интересно, попаду я в тебя или нет? Не долетел. Ух, огненная стрела. Чуть повыше. Есть попадание. Все, одного убили. Дудельщика. Блин, этого быка так просто не уделаешь. Ой, нас спалили. Готов. Ух, огненная стрела. Че-че-че. Сейчас тебя скину. Лошадь убежала от него. Лошадь. Я хочу тебя оседлать. Давай-давай-давай-давай, ближе. А я ее оседлать-то не могу. Вот это плохо. А нет, могу. Замечательно. Поехали. Поехали. Красоточка. Но нам туда не нужно. Блин, лошадь-нежить, офигеть. Она же, по идее, должна быть просто очень выносливой. Подружиться мне с ней никак не получится. Ее даже не нужно было завоевывать. Если бы я сел на какую-нибудь обычную лошадь, она бы начала меня просто скидывать. Типа, что за фигня? Какого фига ты на меня сел? Ну, на коне-то должно всяко попроще дальше быть. Попробуем. Попробуем. Нет, надо слезть. Потому что у этого пика. А с пикой на лошади это вообще капец. Готов. Садимся на лошадь. Ну, а дальше должно быть все просто. Если кто-то сейчас еще и нападет на меня, то он не жилец. Готов. Ящера мы одного кокошли. Так. Тебе сейчас в череп. Ой, промахнулся. Готов. И снова на лошадь. Забираемся, забираемся. Раз. И два. Че, все? Со всеми разобрался? Да. Испытание силы 3. Святилище Рувакорба. Ух! Ну, по идее, я должен уделать этого стражника с одного удара. У меня же есть крутой меч. Три руки. Это хорошо. Ну, мне нужно просто его застанить. И пару раз ему хорошенько врезать. У него, кстати, 3000 хп. На него не действует эта штука, что ли? Вот это попадос. Вот это прикол. О чем меня никто даже не предупредил об этом. Вот, теперь все сработало, смотри. Так, 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 давай, пупсик, подходи ко мне. Готов? Все, остался только Басиал. Надо грамотно к нему подлезть. Застанете его. И в принципе все. И в принципе все. Нельзя! Готов! Басиал готов! Все 4 точки мы завоевали. Осталось только пройти святилище. Ведомый светом. Факел, что ли, нужен будет? Или как, или что? Тут нифига не видно. Ну, капец. Хотя вот тут, вот, смотри, что-то начинает проявляться, вроде. Вот что. Проявляться начинает. Тут лазеры. Огромное количество лазеров. То есть мне тут нужно просто тихонечко пролезть вот так вот, да? Меня же не заденет? Не, вроде не заденет. Так. Спокойненько пролазим. А здесь вот надо подождать. Хотя можно и пробежать. Отлично. Жалко, факела у меня нет. Хотя я бы... А вот, кажется, тут и будет факел.
Там вижу сундук сверху, но мне его доставать лень. Потому что тут какие-то опасные штуки. Надел свой темный костюм скелета. Ой, не заметил. Надел костюм скелета и сдох. Ни черта не вижу. Тут обрыв, что ли? Обрыв? Нет. Не видно. Давай. Где? Ой-ой-ой-ой-ой, упали. Чертяги. Вы будете в меня стрелять, нет? У меня, кстати, щит почти сломан. Так, здорово. Готов. Ну, этому мы просто леща дадим. И тебе тоже леща дадим. Все, с этими разобрались по-быстренькому. Че, дошли, получается? Сейчас какая-нибудь ловушка же сработает. Свет появился, наконец-то. Ух, вышел я из этого темного царства. Аллилуйя! Я, священник Мазгош, приветствую тебя. Преград немало ты преодолел. О, свет, что озарит Хайру. Но испытание твое лишь только началось. Меч из легенд, он поведет тебя. Это все-таки меч, да? Ого. Свою ты силу доказал и новый путь открыл. Ступай в места, указанные Рогом, лишь так достигнешь ты невиданных высот. Ну блин, опять 4 маркера, опять таскаться по всему материку. О, сердечки все вернули. Ладно, чё, потопали по этим 4 точкам. Посмотрим, что там у нас интересненького ждет. Кстати, меч у меня отобрали. Да, Линк. Отобрали эту чудо-штуку. Поэтому... А, так она же развалилась на 4 осколка. Туплю я. Туплю. Итак, куда помчим? Ну, а тут ближайшая точка есть. На горе находится. Я думаю, что нам надо съездить в гости к чудищу Ванаборис. И от него уже тяпать туда. Чудище Ванаборис. Здорово, красавец. Как у тебя дела? Чудище целится в Ганона в замке Хайрул. Лучше к нему не подходить. А, я как бы и не собирался, мимо хотел пробежать. Пробуем с этой стороны бежать. Вон туда мне нужно, вон на ту гору. Вот там он что-то вылезло. Так что нам туда. А нет, я ошибся, нам не вон туда. Нам пониже надо, вот сюда. Ого! А чё это там страж делает? На кой черт он туда взобрался? Интересно, один из этих стражников хоть активен или нет? Так. Но этот стражник развален окончательно. Дырявый насквозь. А вот этот вот, может, еще и работает. Да, он работает. Меча-то нет. Где мой меч? Чё, давай? Да блин, стой ты! Стазис. Хо-хо! Как я его перевернул быстренько. Ножички мы подрубаем, нафиг. Как жучара перевернулся пузом кверху.
Да блин, отруби ты ему уже этот кусок. Да что ты будешь делать-то? Все, сдох. Этот жучара. Последнюю ножку ему, правда, не отрубил, но ничего страшного. Добрались мы до этой горы. И я слышу Каса. Он где-то играет. Кас? Я слышу его гармошку. Куда ты опять забрался? Может быть, он там, наверху? Давай-ка взлетим туда. Вон он, Кас. Ах ты негодяй, а. Здорово, братюнь. Ты храбрость проявил, придя сюда. Тебя ждут испытания в местах, что ты узришь. Пройдя их, силу укрепишь. Весь дух свой собери и будь готов. Камень только что засветился? Наверное, просто почудилось. Оу, извини, не думал, что встречу кого-нибудь на такой высоте. Ты же знаешь, что я путешествую один. А поговорить-то хочется, вот я и болтаю сам с собой. Взгляни на этот камень. Я очень удивился и обрадовался, когда нашел его. Дело в том, что такие камни упоминаются в неоконченной песне моего покойного учителя. В неоконченной песне? Да, но скоро я это исправлю. Учитель покинул наш мир, не успев дописать это чудесное произведение. Я решил довести дело до конца и собрать недостающие куплеты. Поэтому и путешествую по местам, которые упоминаются в песне. Сейчас я по-настоящему счастлив. Позволь спеть тебе об испытаниях, что проходила воин Геруда Урбоза. По дюнам шагает пустынь королева Наборис, ведомая воином, страха не знающим. Коль силу обрести жаждешь ты, стопы свои направь к испытаниям, что камень укажет. Во-первых, сразись ты с владыкой песчаного моря. Засим вместе со зверем сквозь кольца света пройди. А после повергни в огромную яму сферу древнюю града пустынного и будь готов к испытанию главному. Тебе понравилось? Теперь ты знаешь, что поют в этом регионе, вспоминая воина. Когда пою, воины словно говорят со мной, словно просят дописать эту песню. Вот почему мне необходимо знать о них как можно больше. К счастью, предводительница Риджу и Белла многое поведали мне о храброй Урбозе. Не хочу вспоминать, на что мне пришлось пойти, чтобы попасть в их город. Но я рад, что все это было не напрасно. Песнь Урбозы. То есть получается, чтобы сюда зайти, мне нужно выполнить еще одно поручение. Но хотя это не точно. Поскольку на карте отмечено 3 пункта, значит мне еще следует сделать 3 каких-то испытания. Капец, капецкий. Давай посмотрим поближе. Вот это место знакомо, да? И где это место может быть? Ох ты, тут лабиринт что ли? Что это такое? Надо будет туда потом сходить. Наверное, нам сюда. Тут даже вон точка какая-то есть. Но это неподалеку. Нам просто нужно здесь спуститься и, в принципе, все. Вау! Вот это лабиринтик. Вот это да. Очешуеть. Какой он здоровый. Вернулся, короче, снова сюда, чтобы зафоткать все это дело. Сейчас приблизим. А вот, кстати, лабиринтик, часть лабиринтика видна. Где-то неподалеку есть испытание какое-то.
Я нашел первое место рядом с лабиринтом. Вон там костерок. Вон там, вон, где костерок горит. И здесь нас поджидает путник. А еще тут неподалеку святилище есть. И также... Вон туда смотри. Какая-то странная штука там под песками перемещается. А тут девчонка что-то записывает, давай поболтаем с ней. Тебе чего, парень? Я тут немного занята, собираю материал для своего журнала. Какого журнала? Ты что, меня не знаешь? Правда, правда? А, кажется, это я твои дневники находил, да? По-моему, слухи Хайрулани назывались. Не может быть. Может, ты слухи Хайрула никогда не читал? Точно, слухи Хайрула. Читал, кажется. Ну вот, этот журнал читает по всему Хайрулу, а я его редактор Трилиса. Ты бы хотя бы удивился для приличия. Упади на колени или восхищенно охни. Попробуем еще разок. Позволь представиться, я Трилиса, редактор слухов Хайрула. Илинк удивился. Вот, уже неплохо. Надеюсь, тебе нравится мой журнал. Рада стараться. Знаешь, я ведь сюда за сенсацией пришла. Узнала кое-что ужасно интересное. Раз уж ты здесь, поделюсь слухом. Хотя он еще даже не опубликован. Как ты знаешь, чудище усмирили. Никаких больше бурь и молний. В пустыне тишь да гладь. Но тут на сцену выходит загадочная Молдора. Сенсация чистой воды. Стражницы Геруда хотели прогнать эту махину, но обычное оружие ее не берет. Возникает вопрос. Есть ли такое оружие, которое позволит с ней справиться? А, так это Молдора. Вот это да. А, она к нам, что ли, движется? Подождите. Я не собирался с ней драться еще. Короче, благодаря тебе, Трилиса, я нашел свой меч. Ну че, ладенько, пойдем рискнем своим здоровьем. Эй, чудище, вылази-ка на бой. Сейчас я еще стазис выберу. Стазис, стазис ты мой. Сейчас я тебя оседлаю нафиг. Какая она здоровая, слушай. О-о-о-о-о-о, нифига себе, она всю... Жесть, она мощная. А ну стой. Быстро, 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 быстро бежим. Не, ну это просто бесполезняк. Короче, есть у меня одна идейка. Пойдем-ка проверим. В любом случае, я буду как приманка. Спускаемся на песок. Он нас запалил. Мы сейчас прямо вот так вот с тобой. Взлетаем. Так, он сейчас упадет. Готов? Рано. Рано я это сделал. Попыточка номер два. Готов. А, на нем оружие, на нем копья, ты видел? Я защищу тебя. Все понятно. У него всякие копья и прочие всякие штуки кидали. Но ничего не сработало. Ладно, пробуем второй вариант. Это подбежать к этим аркам. Если мы успеем, конечно. Нет, не успели. Я защищу тебя. Короче, учитывая то, как он подпрыгивает, мне кажется, что вот эти арки должны нам как-то помочь. Давай, иди сюда, пупсик. Иди, 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 иди ко мне. Я встану вот здесь вот. Не, все равно не получилось. А как насчет стрел? Может быть, мы в него постреляем немножечко со стрел? Ну, один раз мы в него попали. Ух ты, он вылез. Он вылез? Стой, стой, стой. Блин, я далеко был. Ну, капец.
побежден! Наконец-то! Воу, сколько сундуков! Правда, угробил две феи. Ну ладно, давай посмотрим, что в сундучках. Щит солнца. Ух ты, какой меч! В этом сундуке гвардейский щит. Он очень мощный, надо забрать. Надо забрать. Тут у нас гвардейский лук. Ну, а теперь осталось только зайти в святилище. Важность размера. К чему бы это? Речь идет об электричестве. Значит, поднимаем камушек. А, дали электричество, отлично. Но не совсем. Понятно, с ними ничего не получится. О! Сундучки есть. Ящички. Сундучки. Мне уже везде мерещатся сундучки. Сейчас исправим ситуацию. Ага. На всякий пожарный еще один возьмем. Ну, например, куда бы его поставить? Здесь можно как-то? О! Вот так вот можно сделать. Надо выстроить пирамидку. Готово! Нет, не готово. Пирамидка фуфлова получилась. Вот теперь готово. Значит, берем шарик. Огроменный шарик. И, наверное, закидываем его сюда, да? Вот таким вот образом. О! Все работает. Теперь нужно еще как-то провести здесь электричество. Что делать? Что взять? Есть у меня один вариантик. Фу, вот эта штука может перемещаться, что ли? Короче, мы вот ящик в стазис. Вот этот ящик мы просто оттуда... А, так не получается. Сразу электричество отключается. Ого! Вот эту штуку можно вот приподнять как-то. Как у меня это получилось? Стазисом, что ли? Все, у меня получилось поднять эту платформу. Я сам не понял, как это произошло. Ну, в общем, что имеем? Теперь просто вот так вот перетаскиваем сюда. Ящичек этот. Давай, заряжайся электричеством. Блин, не работает так. Походу, надо ящики местами поменять. Нет, так тоже не прокатит. Блин, ну как вот быть? Схитрить, что ли? Иди сюда. Это же у нас металл. Помоги-ка мне. Угу, работает так. О! Схитрил. Так просто ничего не получится. Дверки открываются и закрываются. Схитрил называется. Надо что-нибудь подлиннее взять. Например... Копье. О! Смотри-ка, держится, держится. Отпускаем. Быстрее, быстрее, быстрее. Бежим. Фух, забежали. Ну, кстати, там... Мы это сюда забежали, а там есть еще вон какая-то штука. Странно. Что это за штука? Да пошло оно все. Хватит уже с меня этих испытаний. Эмблема на Борис? Первый раз такое вижу. Когда получишь 3 эмблемы, тебе откроется путь к новому испытанию. Осталось 2. Капец, жарень. Блин, нужен тенек. Фух, вот это в теньке постоим. Я так понял, что здесь в Харуле еще куча дел у нас. Как я полагаю, это испытание очень долгое. Я думаю, на серии 2 или 3. Поэтому спускайся в комментарии и давай-ка там строчи, что будем делать. В следующей серии пойдем на Ганнона
или немножечко поднаберемся снаряжения, сил, и уж потом навалимся на него. Ну а я с тобой прощаюсь, увидимся в новой серии, пока.